чё творим? Бро, меня зовут Саркионис, и про сраужа, просто сраужа, бери подписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь поди, ты же знаешь, Пелдриме Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я, как вижу, прочим песню очень нравится быть под нами. Так что просто скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы смысл найти на Ютубе. Окей, банда, вы просто не поверите, что сегодня я хочу сделать. Потому что сегодня я хочу уничтожить маньяка под именем Счастливого Дня Смерти. Уже ранее, банда, я снимал его со своего дрона и заснял тот момент, когда он пытался схватить маленькую девочку и убить ее. Это было ужасно, банда, но каким-то образом я смог спасти ее. Мой дрон как-то отвлек этого маньяка, и девочка в этот момент убежала. И после этого банда Счастливого Дня Смерти хотел отомстить мне. Он пришел ко мне домой и чуть ли не убил меня и Настю. И в тот же день, банда, мне очень повезло, потому что я смог снять маску с этого маньяка. И мы увидели настоящее лицо Счастливого Дня Смерти. Сегодня же, банда, я хочу на него сделать куклу Воду, чтобы раз и навсегда уничтожить его. И я очень надеюсь, банда, что у меня все получится. А также, бро, давайте на это видео наберем 1000 лайков. И я со своего дрона попытаюсь снять реального Джеффа-убийцу. Это будет интересно, банда, так что скорее ставь лайк. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, ведь в своем инстаграме Суприм Банда я общаюсь со всеми вами. Подпишись на меня, напиши мне в директ и все, жди. Уже совсем скоро я отвечу именно тебе. Так что будет скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем создаем куклу Воду. Погнали! Окей, банда, я надеюсь, вы готовы, потому что я очень сильно переживаю. Счастливого Дня Смерти — один из самых опасных маньяков в мире. И он может запросто меня убить. Тем не менее, банда, давайте уже будем делать куклу Вуду на него. Итак, банда, для того, чтобы сделать куклу Вуду на Счастливого Дня Смерти, я буду использовать реальную куклу. Потому что у нее лицо, как и Счастливого Дня Смерти, тоже ребенка. И посмотрите на глаза, банда, они такие же голубые, как у Счастливого Дня Смерти. Для начала, банда, нам нужно полностью раздеть эту куклу. Примерно вот так, банда. Оставим только подгузник. Это будет вместо его штанов. Теперь же, банда, с этого черного полотна я должен вырезать кофту для этой куклы Воду. Ух ты, банда, просто посмотрите, что получилось. Я полностью ее обшил. Теперь же осталось только обшить рукава и сделать ему капюшон, который я накину ему. А также, банда, один из главных ингредиентов — это зуб. Такой же самый, как и на маске Счастливого Дня Смерти. Окей, банда, просто посмотрите, как же клево получилось. Целая кофточка для куклы. Но, банда, я забыла о одном нюансе. Нужно еще разрезать эту куклу Воду и внутрь всунуть наполнитель. Это будет что-то типа органов куклы Воду. Окей, банда, вот этот наполнитель. Просто посмотрите, как его много. Поэтому, банда, я вот так вот аккуратно здесь разрежу. Теперь я аккуратно беру понемногу и запихаю туда этот пух. Просто жесть, надеюсь, эта кукла Воду сработает. Итак, банда, запихаю последний пух и думаю, на этом уже будет достаточно. Просто все закрываем аккуратно и дальше делаем капюшон. Просто посмотрите, как клево получилось. Это прям реальная кукла Воду на Счастливого Дня Смерти. Теперь же, банда, остался только зуб. Итак, вот с этой штуки мы аккуратно вырезаем квадратик. После этого, банда, прикладываем к нашей кукле Воду. И теперь это полностью готовая кукла Воду на Счастливого Дня Смерти. Просто посмотрите. Господи, банда, просто посмотрите на эту куклу Воду. Она точная копия Счастливого Дня Смерти. Теперь же, банда, чтобы полностью привязать эту куклу Воду, нам понадобится либо кровь, либо волос этого маньяка. К сожалению, банда, когда я уже снимал с него маску, мы все видели, что он полностью лысый. У него вообще нету волос ни на голове, нигде. Поэтому вариант с волосами сразу же отпадает. Осталась только кровь. И у меня, банда, даже есть идея, как я смогу ее заполучить. А тем временем, банда, давайте позвоним этому маньяку и каким-то не самым вежливым способом пригласим его ко мне домой, чтобы я смог заполучить его кровь, привязать эту куклу Воду. Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Я уже звоню этому маньяку. Очень надеюсь, что он возьмет трубку, банда. Я так переживаю. Звоню тот же самый номер, что и в прошлый раз. Тем не менее, он все еще не отвечает. Господи, ну же, давай. Просто... Ты уже и забыл про меня? Я пробью тебя своим ножом, как только увижу. Не говори бред, ты забыл. Он уже с тобой договорился, мы не трогаем друг друга. Хотя в прошлый раз ты сам его нарушил. Ты сдохнешь так же мучительно, как и остальные мои жертвы. Мой нож будет рад побывать в тебе. Окей, знаю, что приходи ко мне домой, решим, кто из нас сильнее. Всего лишь кого ты можешь убить, это ребенка. Ты самый слабый маньяк. Вызываешь меня на бой? Давай решим, кто из нас сильнее. Я буду наслаждаться твоей смертью. Пока ты будешь стонать от боли, я буду танцевать. Окей, давай, приходи ко мне домой. Ты знаешь, где я живу. Максим, кого ты можешь убить, это ребенка. Ты самый слабый маньяк, которого я только знаю. Если не умерла та девочка, то умрешь ты. О, господи, он
подключился, банда, вы это слышали? Просто жесть, после этого он 100% сюда придет. Окей, тем не менее, банда, нужно срочно сделать в него ловушку, чтобы я смог заполучить его кровь, привязать ему куклу в воду. Итак, банда, мой план очень прост. Я заполучу его кровь с помощью иголки. У меня будет очень простая ловушка. В прошлый раз он вошел через главную дверь. Тогда именно сюда, в этот коврик, я напихаю все эти иголки. И когда он будет входить, он 100% наступит на какую-то иголку, и на ней останется его кровь. Итак, банда, после этого я заберу эту иголку, привяжу куклу в воду. Окей, банда, я наконец-то все подготовил, просто жесть, посмотрите на это! Так, их даже не видно, но если посмотреть вот так, то видно каждую иголку, их даже никакой маньяк не заметит. Тем не менее, я думаю, что счастливая дня смерти 100% какой-то из них вступит. И после этого на какой-то из них останется кровь, и тогда мы привяжем куклу в воду. Ах да, банда, давайте откроем ему дверь, а то иначе он подумает, что она закрыта и просто не войдет сюда. Господи, это он, банда, вы это видели, он же идет сюда, просто жесть. Иголку. Получается, на иголке должна была остаться кровь. Давайте теперь посмотрим. Просто жесть, банда. О, господи, вы видите это? На одной иголке есть кровь. О, черт, мой план сработал. Окей, давайте быстрее привяжем куклу в воду. Черт, просто посмотрите. Это реальная кровь счастливого дня смерти. О, господи, здесь еще весь кровавый след. Просто жесть, вы это видите? И куда он пошел? Окей, тем не менее, банда, кукла в воду привязана. Теперь нам осталось только ее проверить. Просто жесть, мне это не верится. Интересно, куда идет этот кровавый след? Это, скорее всего, его кровь, банда. Просто жесть, она ведет в ванную. Черт. Окей, на! Черт, банда, кукла в воду сработала, вы это видите? Просто жесть! Мне просто в это не верится, банда! Вы видели, эта банда, кукла в воду сработала! Получается, мы теперь сможем запросто его убить! О, господи, мне все еще в это не верится! Окей, банда, мой план сжечь эту куклу в воду! Посмотреть, как он будет гореть в реальной жизни, пока будет гореть эта кукла! Это же будет реально очень интересно, банда! Окей, тем не менее, он все еще не выходит! Мне просто в это все не верится, мне так страшно! О, господи, банда, просто посмотрите, это он! Он явно на меня злится, вы это видите? Господи, что с ним происходит? Он теперь 100% меня убьет! Господи, мне так страшно! Просто жесть, что он делает? Куда он уходит? О, господи, банда, вы это видели? Это просто жесть! Куда он делся? Он просто исчез, черт! Он же куда-то сюда ушел! Господи, банда, это он! Ой, черт, он точно хочет меня убить, вы это видите? Если я сейчас попадусь на глаза, он сразу же меня убьет. Нужно прятаться хотя бы немного. Такая жесть, банда, надеюсь, меня не заметит. О, господи, что происходит? О, нет, банда, он меня заметил. О, черт, нет, стой там! О, господи, банда, я душу куклу воду, вы это видите? Просто посмотрите на это, банда, ему явно плохо. О, господи, мне просто в это не верится. На тебя получай еще. Просто жесть, да, господи, когда ж ты уже умрешь? Просто посмотрите на это, банда. Получай, на, еще сильнее. О, господи, вы это видите? Окей, банда, хватит его уже душить. Давайте теперь исправим что-то серьезное, к примеру, иголка. Просто жесть, банда, надеюсь, это так же сработает. О, господи, я реально прокалываю ему ногу, просто посмотрите на это. Вы видите это, банда? Он держится за правую ногу. Просто жесть, мне в это прям не верится, банда. Кукла Вуду реально работает. Вы видите это, банда? Я реально проколол ему ногу. О, господи, просто жесть, банда, вы это видите? Он реально мучится. Так, я тем не менее забираю куклу Вуду, просто отсюда убегаю. Господи, банда, нужно срочно убегать. Он меня заметил, банда. Он увидел куклу Вуду. Он теперь знает ее существование. Просто жесть. О, господи, банда. О, черт. Вы это видите? Он явно не злится. Просто жесть. Что с ним? О, господи, банда. О, черт. Если бы это было, он меня уже убил. Просто жесть. Окей, банда, нету смысла тянуть. Нужно срочно действовать моментально. Пришло время уже сжечь куклу Вуду и посмотреть, как он будет тогда гореть. Окей, банда, кукла Вуду здесь. Пришло время уже это делать. О, черт, просто жесть. Окей, банда, вот зажигалка и средство, с помощью которого кукла Вуду начнет гореть намного сильнее. Давайте быстрее это все сделаем. Окей, банда, для начала я полю куклу Вуду этим средством. Просто жесть, увидеть это, банда. Она будет очень сильно гореть. О, господи, банда, это он, посмотрите. Он явно на меня злится, такая жесть, вы это видите? Ты сейчас умрешь. Ты просто
просто сгоришь! Господи, Панда, нужно это срочно сделать! Просто же я потягаю Кукувуду! О, господи, вы это видите? Просто же посмотрите на него, он явно горит! Ему больно, такая жесть, Панда! Кукловуду реально горит, как тебе такое? О, чёрт, просто жесть! О, господи, просто посмотрите на это, Панда! Он прям сгорает, вы это видите? О, господи, он уже почти догорело! О, господи, почему он все еще не умер, он что, бессмертный? О, господи, Панда, куда он делся? Он просто исчез, вы это видите? О, господи, что это? Просто жесть, что это такое, Суприм Панда? Он просто сгорел, и вещи остались. Вы это видите, Панда? Маска счастливого дня смерти. Просто жесть, из пепел. Вы это видите? О, господи, это реальная его маска. Он просто сгорел. Мы уничтожили с помощью куклы Вуду. Мы просто его сожгли заживо. Это просто жесть, Суприм Панда. Вы это видите? Окей, Панда, я все еще в шоке. Мы смогли его уничтожить. Получается, мы можем уничтожить любого монстра. Тем не менее, бро, пиши в комментариях, как будешь сделать куклу Вуду. А также, бро, вот комменты с прошлого видео. Просто скинь шикарные и делаешь комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь посещать видео, всего что опуститься ниже, нажал лайк, колокольчик и все, бро, ты уже на видео. Лайк, лайк, какому-то видео, бандит. Эй, бро, также не забывай про мой инстаграм, и там я общаюсь со всеми вами. Все ссылки в описании, ставь лайки, помни одно, бандит. Оставайся, тебя шикарным, пока!